Привет, друзья! Что-то так захотелось мне вредной пищи, и вот я себе смастерила, не вытерпела. Прям вот хочу шпрот и все. Пошла в магазин и купила. Взяла еще хлебушка темного, ржаного. Взяла его, обжарила его с двух сторон слегка, натерла чесноком, чуть-чуть майонеза, ну и шпротину положила. Огурчика маловато у меня было. Заварила чай. На улице снежок у нас идет небольшой. Буду трапезничать. Вредной пищей. Калорий здесь пропасть. Ну что ж поделать, будем. Зима набирать калории. От этого никуда. С добрым утром, страна! С добрым утром, дальние и ближние зарубежья. У нас зима. Мороз сегодня прям хороший. Больше 10 градусов. Как хорошо, что я вчера закрыла свои розы. Торцы. На тую мешок надела, чтобы она не обгорела за зиму у меня. А то она прошлый год обгорела. А это все позакрывала, все укрытия. На это вот нашла, чем укрыть. Холодно, очень сегодня холодно. Снег какой был, все потаяло. А теперь не знаем, когда он будет. Как в стихе или в стиху. Мороз и солнце, день чудесный. Вот и у нас так солнце всходит и мороз. Хризантемы я себе побрезала. И все уложила. Прикрыла так. Сам шит вот так вот обмотала, тоже укрыла. Зелененький свой. А здесь у меня шаровидная туя и елочка. Их я тоже укрыла от ожогов. А там дальше ежевик укрыла. Все укрыла. Бочку перевернула. Летний сезон у нас закончен. На этом все. Что-то у меня с крана сосулька висит. Я же вроде перекрыла этот кран. Интересное кино. Надо Сережке сказать, в чем дело. Вот. Образовалась такая сосулька, и шланг хлопнул. Ну, не знаю, в чем дело тут у меня. Птицу я свою открывать не буду, холодно. А вот с этой туи я как-то ее и не закрываю никогда. Она какая-то у меня не очень симпатичная. Растет сама по себе. Ну, листья, как сказать, потемнели от мороза уже все. Темные стали, не ярко-зеленая она. Так что, ребята, у вас холодно и у меня дубак. Холодрыга. Вот какой снежок был, все растаяло, теплый день был. А сегодня вот в ночь сильный мороз. У нас такая зима непредсказуемая. Тепло-тепло и бах тебе, заморозки сильные. А снега нет, и когда он теперь будет, тоже неизвестно. Ну что ж, пойду убираться я. Вы знаете, что-то давно я не делала салат никакие. Даже вот и гости у меня были, мы что-то шашлыком все да мясом. Ну это вот хочу сделать традиционный, обычный салат. По моим продуктам видно, что это под шубой. Я уже рыбку приготовила, порезала миленько ее. Сейчас ее вывалим. Форма у меня для запекания. Ну и для под шубы, я думаю, она неплохо будет смотреться тоже. Она небольшая у меня такая. Все, разложила я. Салатик сейчас сделаем. Лучок я кипятком залила, постоял чуть-чуть у меня. И я его высыпаю на рыбу. И сейчас майонезиком. Все равномерно разложим. Майонез, майонез. Свой я не делаю, ленюся. Ни разу даже не делала его. Так, хватит.
расправляем как следует его. Где-то видела я, что готовые прям картошку смешивают и потом выкладывают, оно, мол, быстрее пропитается. Я все тру на терке. Все, теперь вот, я думаю, вам видать хорошо. Так, вот сейчас подвинемся. И вот так сделаем. Вот. Берем трем картошечку сюда вот. Сколько штук, я не знаю, пойдет у меня сюда. Все, на глаз делаю. Одну потерли. Картошка вся разные сорта. У меня не один сорт, наверное, сорта 4. Какая хорошо разваривается, какая не очень. Стоит прям. А есть прям, глянешь, уже вся разварилась. Все. Сегодня утром у нас ночью шел снег. Ну, день теплый, все растаяло. Так хотелось бы, чтобы снег был. Лежал уже. Всю эту черноту уже прикрыл. Тогда уж было бы у нас праздничное настроение. Скорее бы этот год ушел. Год быка ждем. Может, нам он перемены какие-то даст. Ой, толкнула вас. Размахалась. Я думаю, еще одну картошечку. Ну, вот 4 штучки потерла небольших. 4 картошки ушло сюда у нас. И вот, Юр, какая разваривается прямо вот на терке. Какая держит хорошо форму. Сейчас мы этот слой тоже замажем майонезиком. Притопчем. Я как-то не особенно его ем от салата. Ну так. Мы делаем редко, ну, походочку. Все, сейчас вот так вот по кругу. Хватит. И размажем. Вот. Теперь, я думаю, морковь сюда пойдет у нас. Морковочка крупная, какая, сварила я ее. Бултыхается уж у меня. Наверное, чересчур много ее будет. Уберем половинку. С морковкой салат делается такой интересный, красивый. Сейчас. Хватит, я думаю. То она большая чересчур у нас. Все отсюда берем и расправим по всему блюду. Вот. Получится немного, ну и хватит нам. Тут кругом насорила я. Трюш. Так это всегда так. Что делаешь, вечно у меня падает. Все валится. Ну вот какая красивая морковка, оранжевая. Ее маленько притопчу майонезиком. Вот. Вот так красиво. Сейчас будем яичко тереть. Все измазалось, вот надо. Сейчас, наверное, помою. Я тут без вас уж 2 яйца натерла. Забыла вас включить. Вот, по всему этому. Яйца свои домашние. Уже желток не такой делается желтый. Травки нету. Они яйца красивые летом. Желтый-желтый тогда желточек у них. Травку бегают. Клюют, а сейчас все. Кругом сухо. Все. Сейчас этот слой тоже майонезом справим.
Так, целый большой пакет уходит майонеза. Я измазякалась. Вот яйцо никогда хорошо не разгладишь. Вот оно собирается на ложке. Вроде стараюсь аккуратно, а она цепляется за нее. Она еще поднимается. Сиди, все, мы тебя уже притоптали. Так вот. Ну, теперь осталась свекла. Свекла, свекла. Я думаю, вот этой хватит. Я ее потру на меленькой. На эту вот не люблю, на крупной. Если мало будет, я тогда еще одну добавлю. Так мы свеклу не едим, а вот в салатике в таком ничего, идет она у нас. Вкусно. У меня есть такой знакомый, что прям вот вареную ест. А я не могу. Вот ее привкус какой-то невкусный. Никак. Хотя в ней кладезь витаминов. И кровь очищает, и тут все, что хочешь в ней. В больнице лежишь, так обязательно ее дают. Обязательно. По ложечке. Так. Сейчас посмотрим. Неудобно тереть. Сейчас руку помою. Еще немножко. Вообще она полезней в сыром виде. А еще лучше ее листва, ботва ее. И вот сейчас еще такой есть. Ой, заболталась, начала покрупнее шуровать. Мангольд называется. Вот там самое больше витаминов. В этой листве. Я чуть никогда не сажала этот мангольд. А вот ботву ела, салат. Ничего, хороший. С чем-нибудь там яичко вареное. Все, опять все руки измазала. Я думаю, теперь хватит. Тёк в сторону, чтобы не видно было. Тут все опять на поросятничало. Завершающий у нас будет. Чуть-чуть тоже смажу, чтобы снег, что ли, появился у нас тут. Шубка ж белая. И вот мы немножко сделаем так вот. Забелим майонезиком. Сюда майонез много уходит. Но сухой он тоже не очень вкусный. Чтоб хочется был сочный. Ну вот так вот. Уж не обессудьте меня, какой умею, такой и делаю. Вы, может, кто-то по-другому что-то делать, пишите мне, я буду узнать. Так. И я тут вырезала с морковочки. Несколько цветочков сделала. Ой, один отломился у меня. Сейчас мы прилепим как-нибудь. Вот. Ну, травки у меня нету зелененькой. Все, салат под шубой готов. Сейчас в холодильничек, даже может в коридор, там прохладно. Пишите мне, ставьте мне оценку, лайки, дизлайки. Все, спасибо за внимание всем.